Потребители и поставщики газа неправильно истолковывают документы. Из-за этого увеличивается количество судебных разбирательств. Об этом сказали на семинаре по метрологическому обеспечению учета газа, который проходит в эти дни в Якутске. Участники отметили, что необходимо научиться работать по разнообразным стандартам и документам, уметь их правильно толковать и использовать. Для этого были приглашены эксперты и специалисты в области метрологии и расходометрии из Москвы и Казани. В семинаре также участвуют руководители энергетики разных предприятий, специалисты измерительных и испытательных лабораторий Якутии. И когда возникают проблемы в части метрологии или учета это же измерение, да, идут, как правило, от потребителя к поставщику, либо от поставщика к потребителю претензии по части объема, количества отпущенного ресурса. И чтобы этого не возникало, есть документы. И эти документы надо правильно толковать. И помогать нам в этом будут, конечно, наши приглашенные эксперты.